Повестка нашего Союза обширна и в полной мере отвечает реалиям современного времени. В октябре этого года принят первый пакет мероприятий по сотрудничеству государств-членов в рамках климатической повестки. В рамках реализации этой дорожной карты планируется формирование банка климатических технологий и цифровых инициатив, а также разработка национальных межгосударственных стандартов в сфере низкоуглеродных технологий. Кроме того, принято решение о запуске пилотного проекта по внедрению механизма прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Союза. В настоящее время завершается тестирование проекта и планируется начать проведение пилота по использованию навигационных пломб не только в отношении импортируемых товаров из третьих стран, но и в отношении товаров, перемещаемых во взаимной торговле. Уверен, что использование таких инструментов и механизмов снимет озабоченности государственных органов стран Союза по вопросам нелегального товарооборота при осуществлении взаимной и внешней торговли. Хочу отметить большую работу по либерализации рынка услуг. При работе над либерализацией рынка услуг необходимо проработать сокращение необоснованных лицензионных и разрешительных требований для нашего бизнеса.